Появилось видео аварии, которое случилось 11 апреля в поселке Эмаус. Автомобиль Ауди опять влетел в здание магазина автозаправочной станции. Машина снесла витрину, у которой находился охранник. По счастливой случайности мужчина не пострадал. По данным сотрудников ДПС, которые выдвинулись на место аварии, 25-летний водитель Ауди, житель Санкт-Петербурга, находился в неадекватном состоянии. Полицейские предложили молодому человеку пройти метасвидетельство но тот отказался. Ехать к медикам молодой человек также не пожелал. В отношении молодого человека составлен административный материал. Машина доставлена на спецстоянку. В ходе составления протокола водитель оказал сопротивление, применял физическую силу к сотрудникам АЗС. Нецензурно выражался, вел себя агрессивно. Но неоднократные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий не реагировал. К водителю была применена физическая сила и спецсредства. он доставлен в отдел полиции по калининскому району. В 5 часов вечера 19 апреля на 272-м километре автодороги России столкнулись автомобили «Шевролет» под управлением 57-летнего мужчины и «УАЗ», за рулем которого находился 48-летний человек. По данным ГИБДД, водитель автомобиля «Шевролет», который двигался в сторону Москвы по крайней правой полосе, неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди автомобиля «УАЗа» и совершил с ним столкновение. «УАЗ» съехал в кювет и опрокинулся. После удара в кювет съехал и автомобиль «Шевролет», где врезался в дерево. В аварии погибли оба водителя. Один на месте, другой скончался в больнице. Пострадала пассажир автомобиля иномарки, 56-летняя женщина. Она находилась на заднем пассажирском сиденье справа, ремнем безопасности пристегнута. В больницу доставлен и пассажир автомобиля «УАЗ», 39-летний мужчина. Он находился на левом в левом пассажирском сидении среднего ряда ремнем безопасности пристегнут.